А вот талантливые казахстанские школьники на расхват у ведущих университетов мира. К примеру, Сунатулла Октамов из Шымкента получил предложение на бесплатное обучение от вузов сразу нескольких государств. С юным вундеркиндом встретилась и наша коллега. Подросток из Шымкента выделяется среди своих сверстников. Он успешно защитил на английском языке проект по созданию волонтерского клуба. А по специальности бизнес-менеджмент сделал международные прогнозы. Выпускника обычной казахстанской школы пригласили к себе 40 университетов мира. Выбор у Сунатуллы был широкий – от Америки до Арабских Эмиратов. Но он остановился на Юго-Восточной Азии. Если быть точнее, то на Малайзии. Подготовиться к учебе помогли профориентологи и учителя. Я подал заявку в 100 и даже больше университетов. 40 из них пригласили меня. Буду учиться в Малайзии примерно 4-5 лет. Потом планирую вернуться в Казахстан, чтобы развивать бизнес. 17-летний Алексей Ким. Еще одно юное дарование, за которым следят зарубежные вузы. Школьника из Шымкента пригласили к себе сразу 8 лучших вузов мира. В его послужном списке победы на международных и республиканских олимпиадах. Свое будущее он планирует связать с IT-технологиями. В начале 11 класса я подумал, ну, Нью-Йорк, это же мечта, можно сказать, для многих. И для меня в том числе. Я решил тоже туда подать документы. И как видно, сейчас у меня все получилось. Мне дали грант при поступлении. Я бы хотел Казахстан развить, то есть чтобы моя страна шагнула вперед. Тем временем известные зарубежные вузы открывают свои филиалы в Казахстане. Сегодня их 12. Совсем недавно список пополнили университеты Гонконга, США, Великобритании и России. В Казахстане они будут готовить специалистов по передовым и наиболее востребованным специальностям. Таким как инженерия, работа с искусственным интеллектом, машиностроение. Выпускники получат дипломы международного образца, что повысит их конкурентоспособность на рынке труда в будущем. Гульнара Хасан, Ануар Абдрахманов, 24 KZ.